Всем привет, с вами Крокус, Син, Чума и Миша. Привет. Здравствуйте. Привет. Если мы поиграем в фазмофобию, в челлендж недели, который называется Speedrun, в общем, на Танглвуде определить три раза призрака и как можно скорее. Да, помню. Я думаю, что мы можем, наверное, проклятую охоту вызывать, если, допустим, он скоростной будет, это будет быстро, и мы вообще за один раз управимся с этим челленджем. Mm-hmm. Или же нет. Ну, можно это. Ты, кстати, грузишься дольше всех. Mm? Можно, как вариант, посмотреть, сколько у нас вообще призраков, имеющих какую-то нестандартную скорость. У нас скорость охеренная, по-моему. Это уже можно плясать. Еще у нас 100% рассудка. Шкатулка есть. Ну что, я юзаю? Да писец, он где-то тут. Она идет. Хороший начал. Мы с Чумой на пороге постоим. Че ж вы не зашли-то? Короче, она где-то в коридоре начала. Это то, что могу сказать. У нее скорость обычная. И это ползучка-пижамка. То есть всех быстрых можно выкинуть. И это не диаген, потому что до меня он не дошел. Насчет радио не скажу. Близнецы, скорее всего, нет. Тихо. Все. Говори, а то она рядом была. Я фонарь включал. Тебя убили? Нет. Всё походу. Короче, не с этого... А, у нас свет включен по умолчанию, что ли? Да. Может, подери. Да я тут в этой коморке сидел. А, подожди, я... у нас все проклятые предметы. У нас не только, да, у нас зеркало, карты, у нас вообще все. Так, открыла какую-то дверь. Отчепятков ни на одной нету. Коридор. Живет в коридоре. Ничего не подкинул. О, пишет блокнот, есть улики. Зачем я фоткаю это X1? Привычка. Хорошо, что не X0, так. О, тогда бы нам просто дали под конец 5000 и все. Радиоприемнику никто с ним не болтал, да? Или болтали? Медленный, я при фулл скорости. У нас остается ревенант, ну и Маруи, возможно, и все. Тае старая сразу же не могла быть. Так, у нас какое? Запись в блокноте, все? Да. И разговор по радиоприемнику. Хорошо. Вот. Может, минус? Ну, допустим, третья улика должна быть. Что это будет? Ну, мим. Вариант. Но оно прошло. По этим отпечатков нет. Можно вычеркивать ультрафиолет. Ну а кто у нас еще при 100 рассудка? Ну у нас сейчас вот общий 70. И он был не быстрый совершенно. Я шкатулку использовала. Ну 70 у нас сейчас даже после шкатулки. Ну значит Мара, она с темноты начала. А почему медленный был? Ты же сказала, что скорость медленнее обычного. Я сказала обычная скорость. Обычная? Обычная. Обычная? Обычная. 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 Ну что, Мара тогда третья. Так, стоп. А кто разговаривал с ним по этому по радиоприемнику? Миша? Да. Призрачный огонек. Нужен. О, если это Мара. Если это не Мара. То тогда не нужен призрачный огонек. Ну, походу, у нас Маруй. Да, у нас Маруй. Чё, Маруя должно быть? Минус. Ищите минус. Миша просаживается рассудок. Вот капец. Отметил же сразу же. Маруя нет, говорит, не ум. 21 градус вообще жесть. 21.
49-47 уже у Миши. Миша, ты на свету стоишь? Стоял. 44, да, морой? Миша просто тает, рассудок тает. Слушайте, у него либо вообще отсутствует третья улика, либо я хз, но у меня 21 градус показывает. По зеркалу только что посмотрел, он здесь обитает. А вот сейчас 6. 5 и 9. Опять ваш любимый этот? Ну давайте можем вызвать охоту, послушать, на шаги стал быстрее он или нет. Если стал быстрее, Миша, прячься куда-нибудь. А, в шкаф. Да, так, тут есть где прятаться. Ё-моё. Странно. Ладно, ребятушки, прячьтесь тогда все куда-нибудь. А внизу есть где прятаться, нет? Не знаю. Я использую зеркало. Молодец, давай, тащи. А ты уже нахомячилась с обезболу? А чё так долго? Да, писец. У нас кресты крутые, да. Пользовала. Топово. Иди, юзай карт. Один же крест притаскивали? Да. Хорошо. Пошла юзать карты. Юзай карт. Тавер. Точно один крест. Да. Хермит. Девил. Фул. Фортуна зеленая. Плохо. Фортуна зеленая. Деф. Да нет, обычная скорость. Не морой. Не мор. Кто это? Что за третью лику он зажал? Но не лазерка. 5 МП минус. А призрачный огонек проверял? Да, чума проверял, я проверял. Давай я еще проверю. Ну, атака еще идет. Я знаю. У вас это... Или быстрее стала скорость. Ну, я не поняла. У вас спидруина? Да. Хорошо. Спидруина. Тогда прячьтесь. А, прячьтесь, ребята, прячьтесь. Ну. Итак, у него не будет огонька. Это не Мара. Я умер. Если что, там палец остался на «хочу оживить друга». Ну погоди, вы спрятались, ребят? Да. Так а чё, подожди, чё ты хочешь? Смерть. Для чего? Скорость. Алло. Морой. Быстрее стал. Вот и всё. А, или... Да, да, быстрее. Он никого не видит, точно? Умер, у нас общий рассудок просел. У меня до этого я два раза этот, все плюс, поэтому дала картами. Фортуна не фуловит рассудок. Там по 25 каждый раз, по-моему, да. Было. Поэтому у тебя сейчас 30% всего на все. У Чумы 26. У Миши 0. Чума, и в среднем у вас 22 всего процента. Закончилось атака. Чума умер. Как? Как вы это сделали? Мы не успели закрыть дверь, но почему-то я выжил. У него 25%, а вот теперь 0. Теперь вопросик. Что? Возьму его камеру. Вас оживлять? Нет, ну, во-первых, вряд ли ты двоих оживишь. Да и смысла никакого нет, это X1. Тем более, что ты хочешь спидран, поэтому погнали дальше. Да, поехали. Морой так морой. Эх, я его сразу отметил. Так, да. Чума отметил? Мне казалось, что в первую атаку он был медленнее обычного, как ни странно. Ну, возможно. Да, действительно, морой. Ладно, погнали в следующую. Сразу. Не отходи от кассы. Обычная скорость. Обычная. Еще раз готовность прожимайте. Катя только сейчас выбрала карту.
Я только сейчас выбрала. Да, все готовность прожали, а-а-а. Потом ты выбрала карту режима и за готовность бросилась. Ладно, все, могу сказать, все так и работает. Я не успел нажать готов до этого. Так, если что, рубильник у нас сразу включен, имейте в виду, так что свет можете вырубать. О, косточка на полу. Можно брать, все, спасибо. Он обитает. Где? В столовой. Ага, хорошо. Да, в столовой. Можем сразу туда идти. Отвечает на радио. Что-то кидает. Насколько ЕМП? Миша, у тебя камера есть или нет? Не приносил? Жаль. Блин, это... А, я с направленным так громко слышу эту зеленку. Ну да, она ж усиливает. Узконаправленный. Я уже подумал, у меня комп завис. Ну ладно тебе. Мелочи какие. Подумаешь, завис. Как завис, так и отвис. Че говорят? Данька не видать. Хорошо. Ходит. Прошелся по соли. Ультрафиолета нет? Есть. Нет, нет. А, ну. Улики, улики. Улики нету. Просто стоит красное событие. Угу. 4 ЕМП. Пиши в блокнот. Тебя рядом даже поставлю. А, хочется. Хотел сказать, что меня так просило это. Голова, я же это зеркало смотрела. А кто у нас говорил по рации? Я. А, может быть, и Морой. Ну, идите тогда посмотреть. Так, на всякий случай зажигалку благовония. Пишет блокнот. Что-то опять тот же набор. Ага. Ну, что-то швыряет до хрена, по-моему, предмет. Еще один блокнот. Вы сейчас в тьме? Нет, на свету. Хорошо. Чё, за мной следишь? Ну, да, пытаюсь. И чё, как? Как успехи? Садится. У вас у всех рассудок тает, как ни странно. Миша, ты поговорил по рации, нет? Нет. И сколько у нас сейчас суммарно рассудок? 57. Ну, у Миши и у тебя тает, прям у чумы нет. Может, Миша рядом находился, когда он мне ответил по радио, хотя нет. Короче, у вас Миша уже нулина почти. Миша направленный, Миша в направленной, это Морой. Все значит. Это опять Морой, ехайте. Так зачем тебе атака? Вызываем, да блин, а вдруг это не Морой? Так у чумы 86, у вас по нулям, Катя. Поехали. Пойдем. У вас прям жуткая разница. Зайдешь, увидишь. Вон, смотри, какая разница между чумой и вами. Согласна, согласна, давай, тыкай. Вы просто растаяли к чертям. Морой выбрали. Да? Теперь его не могу. Миша стоял с направленным, по-моему, тоже через направленное, если слышишь Мороя, тоже садится рассудок. Он тоже тебя проклинает. Да, действительно. Все, пошли в следующий. Я даже не подумал об этом. То есть мы даже не будем именовать видосы, челлендж недели, часть 1, часть 2, часть 3. Мы чем-нибудь интереснее придумываем. Более сложную сложность. Куда уж сложнее-то. Не, ну может сейчас хотя бы не Морой будет, но на игра. Так, он в гараже обитает. Жаль.
Сейчас тоже, тоже морует. Он вырубил свет, это не джин. Свет или рубильник? Рубильник. Окей, так уже лучше. Так, выйдите все из комнаты, пожалуйста. О, что-то. Насколько? Ем. Что-то видимо, 5 ЕМП, 5 ЕМП. Эх, жаль, не молоток морозь. Молоток швырнул. Действительно. Ультрафиолет посветите на соль справа под Катей. Только что прошел. Чисто. Не видно. Еще вот это вот рядом, теперь под ногами. Да пусто, пусто. Всё, значит, ультрика не будет, скорее всего. Ну, общается по радио. Точно. И у нас осталось да дух мираж-близнецы. Ну да, и не так, мираж. Лазерки не будет, призрачного не будет, вторая? Ультрафиолет не будет. Либо запись, либо минус. ЕМП и радиоприемник. Либо запись, либо минус будет. Ну, блокнота 2 лежит по разным сторонам гаража. Так что есть подозрение, что самая долгая улика есть... Нет, блокнот. Как раз только переложил. Ну, пошли, всё. Фигня вообще челлендж. Вообще. Что? Что? Это челлендж недели? Да не... Ты самое большое время на раскачку ушло. Чтобы понять, первую. Есть ли вообще эти... Да, улики. Дух, если что, отмечайте. Все выбрали духа. Да. Чумау поехал. Заправился, так заправился. Изи челлендж недели. Видеокамера. Да. А на этом все. Всем спасибо за просмотр. Если видео понравилось, не забудь поставить лайк, прокомментируй, и, конечно же, подпишись. С вами были Крокус, Синчи, Май, Миша. Всем пока. Пока-пока. До свидания. Пока.